Вадим, расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься борьбой? Борьбой я начал заниматься 5,5 лет. Это примерно 12 лет усердной борьбы в зале. Кто тренерами были на протяжении всей спортивной деятельности? Начинал тренироваться у Павла Юрьевича, но потом сложились так обстоятельства, тренера пришлось поменять. В данный момент мой тренер Зайцев Роман Андреевич. Расскажи, пожалуйста, сегодня ты выступал на областных соревнованиях, и ты выступаешь на областных или еще какой-то уровень повыше был? Конечно, был повыше уровень. Я призер международных соревнований, призер всероссийских, неоднократно чемпион области, участник ЦФО, участник профсоюзной России. Богатая история. Да, довольно-таки. Насколько мы знаем, что вы еще увлекаетесь другими видами спорта. Да, есть такое. В хоккее, расскажите, у вас есть своя команда, Исток, насколько я знаю, да. От района МДОК. Как вообще, это ваше хобби или вы настолько разносторонний человек, просто увлекаетесь разными видами спорта? Я разносторонний человек, и на самом деле история тоже богатая. Я тренировался в Бологое и играл за хоккейный клуб «Звезда» 2006-2007 год. Провел я 3 игры, получил коэффициент полезности 1 очко, и потом я перестал заниматься хоккеем. Нашел хороших друзей, которые тоже увлекаются хоккеем, и в этом буквально году предложил им идею создать команду молодежную, постараться. Мы набрали большой круг общения, друзей близких, по возможности купили форму, там предоставили некоторым людям клюшки, и усердная работа, тренировки, и такой результат. Напомните, какое место вы заняли в турнире по хоккею? 3-е место мы заняли. И капитаном как раз являетесь вы? Да, капитаном команды «Исток» являюсь я. Видела еще, вы увлекаетесь футболом. Да. На первенстве Вышенского городского округа вы тоже создали эту же команду, насколько я понимаю. Да. В основном играли те же самые люди, что и в хоккей. Мы разносторонние друзья, любим заниматься спортом. И решили попробовать себя в футболе. Заняли 2-е место в Серебряной лиге. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео, и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Сегодня выступали, у вас очень сильный был соперник. Насколько мы знаем, он чемпион России прошлого года, еще и там он занял 1-е место. Тяжело вообще было? Да, схватка оказалась довольно-таки нелегкая. Но, возможно, где-то я в чем-то уступил, где-то я проиграл, не досмотрел. И, к сожалению, я сегодня проиграл. Но 2-е место с таким спортсменом, я не думаю, что это совсем проигрыш. Все-таки это все равно показатель усердных тренировок. А как часто вы тренируетесь вот именно греко-римской борьбой? Тренировки у нас проходят 5 раз в неделю. Это с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, выходной. Как справляетесь с этими нагрузками? Или это не в нагрузку вам такая, спортивное все-таки время занимает много спорта? Все равно, уже привык со временем. Еще плюс я успеваю уделить внимание футболу, потренироваться в хоккее. Как-то будущее связываете свое со спортом? Думаю, да. Хочу всю жизнь заниматься спортом, это интересно, весело, и получать дозу адреналина это иногда даже может пригодиться где-то в жизни. Ну и главный, наверное, плюс, что вы координируете вокруг себя как раз ребят, которые идут за вами. Да, я тоже так считаю. Мы желаем успехов, и я надеюсь, что в будущем не оставите наш округ, возглавите что-то еще интересное, и удачи вашей молодой команде. Спасибо большое.